Всем привет, с вами Макс, и сегодня мы поиграем в одну интересную игру Real Rally. В этой игре вы должны на любой из этих всех автомобилей и проехать по ралли. Ну и конечно сейчас я, вот ваша первоначальная машина будет Volkswagen Jetta. А что у нас по настройкам? По настройкам у нас графика, автографика, звуки, музыка, пилот. Да, пилот там есть. Но будет только руки пилота. Контроль, камера, автотормоз и коробка передач. Что же по машинам? По машинам тут есть Шкода, Volkswagen Jetta, Honda Civic, Oracle, походу какой-то Opel, Monero, Focus, Ford Focus, M-Rested, Focus тоже, Renault, Peugeot. Но, конечно, их можно бесплатно открыть, просто посмотрев рекламу. Ладно, не буду затягивать. Немножко игра, вот. Итак, первый сезон, то, что вас встречает, это, конечно, в лесу. Но в восьмом будет дрифт. Давайте протестирую вам. Погнали. Вот и здесь начинается. Итак, вот тут. О! Ничего себе. Не, нормально, и с третьей камерой. Ля. Кстати, что насчет повреждений, я просто не... Черт. Ну, короче, вот такие вот повреждения обычные. Просто отваливаются бамперы, все. Больше ничего обычного. Никаких сильных повреждений нет. Еще лучше. Но я, конечно, немного играл в эту игру. И, конечно, рулю я так нормально. Ну а сейчас только немножко волнуюсь. Но я же записываю. И вообще эта трасса очень нелегкая, потому что можно вылететь. И просто быть аккуратным. Всякие леса, камни, отбойник. А вот и наконец-то финиш. Вот на втором месте. И как видно, отвалились только передний и задний бампер. Вот и все. Итак, можно повторить либо в гараж, либо в следующий уровень. Я подемонстрирую вам второй уровень. Вот он, Volkswagen Jetta. Но есть только один скин. Итак, погнали. Кстати, вот это, конечно, поменять управление. Но этого делать не буду. Низкая стрелка удобно. Погнали. О, прыжок. Да, тут может включать какие-нибудь кочки. А чё, плохо? Я же нормально так ездил во втором уровне. Если красное, обозначает, что вы в минусе. Вот чёрт. Не могу быть на четвертом месте. Надо постараться получше. Давай, едь, Джет, едь. Воу, хоть как-то получше. Поворачиваем туда. Аккуратнее. И, кстати, да, это опять другой телефон. Но я, конечно, снимаю в наушниках. Но, конечно, бывает минус то, что низкий звук. Так что, наверное, при монтаже я увеличу звук немного. Ну, в принципе, это может произойти. Только главное аккуратнее ехать. Во, зеленая. А вот наконец-то и финиш. Так, все. Давайте обратно в гараж, потому что я хочу машину поменять, которую у меня есть. И у меня я разблокирую Civic. Вот он какой красавец. Еще есть фокус. Ну, конечно, постепенно могут открываться автомобили, вот даже тут открывается. И вот как он выглядит. Давайте поедем на этом Ford Focus. Ладно, покажу вам 9 сезон. И также режим дрифта. Так. 3, 2, 1. Погнали.
Да, вот такая вот трасса, где вы можете врезаться только в скалы или в автомобили, или то. За карту тут не вылететь. Не получится. Но я не проверял, я просто так наверное говорю. Вот, я на первом месте, то хорошо. А теперь главное аккуратнее взять и пройти это. Потому что, наверное, тут я проходил. Не, походу я тут проходил на первом месте. Пока что забыл уже немного. Но игра мне очень сильно понравилась. Ну, автомобили похожи как на настоящие. О, черт! Нормально, поездит еще. Поворачиваем нормально. Черт. Ну ладно, не черт. Вот он и финиш. Отлично. И можно эпично вот так врезаться в стенку. Вот. Отлично. Первое место. Итак, давайте вам продемонстрирую дрифт режим. Погнали. Вот дрифт мод. Попробую проходить через эти зеленые полоски и закончить в хорошем времени и в хорошем дрифте. Погнали. Ля, какой фокус. Итак. 3, 2, 1. Поехали. Тихо. Тихо-тихо. Дрифт нормально. Кочки, 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 кочки. Тихо. Тихо. Черт, немного не так, ну ладно. Так, я немного отрегулирую. Так. Тихо, стоп. Нормально. Движемся нормально. Хороший дрифт. Так, прыжок. Но нет. Так, немножко не так. Итак, поворачиваем. Так, немножко разворотик. Стой. Так. А, тут еще опять разворот будет. Так, главное не врезаться в контейнер. Так, сейчас еще раз попробуем. И все. Второй. Но раньше был третьим. Но у меня было 3000, сейчас уже рекорд получше. До 7000 мне не добить. Ладно. Я все тут подтимулирую немного. Но также недавно добавили free мод. Бесплатный мод. И можно на любом сезоне. Пока что сезона 3 и 4 я не достиг. Так что давайте в сезоне 3, давайте в ралли. Что же там будет? Погнали. А, вот что тут будет. Ну, тут такое же, как и в первом сезоне, только по-другому. Тихо. Аккуратно. Нормальненько едем. Но главное не врезаться в отбоне, как Такеши Наказата. Ну, как видите, все, я врезался. Но мне не Nissan Skyline R32, как у этого пацана. Ну ладно. Черт! Это случайно вышло. Я только привыкаю к этой трассе. Может ожидать много чего. Да, в принципе, если ударяться много раз, то бампера не отвалится. А просто будут висеть. Даже в физике то, что бампера двигаться нет. Обычная игра про ралли, которая может скоро развиваться. А, зашибись, еще лучше. И, конечно, если вы будете на обочине, то, конечно, вот появилось-то самое. Тихо. Не, ну, может быть, это будет долгая трасса. Очень долгая. Ну, ладно, сейчас немного пропустим. А, зашибись, еще лучше. Спасибо. Просто спасибо. Просто спокойно ехал, тут сразу рекавер кар. Спасибо, просто. Ну вот что будет, если вы будете на обочине. Сразу появится вот эта хрень.
Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? What is that, Private Pyle? Что за... А, я походу понял эти приколы. Я походу понял, тут финиша нет. Походу тут финиша ни хрена нет. Тут просто ничегошеньки, вот и все. Просто конец трассы. Немножко потренировавшись. Ну, в принципе, это все, что нам рассказывает сама игра. Просто обычная ралли с необычными автомобилями. Все. Ну ладно, если вам понравилось, то ставьте лайки и оставляйте комментарии. А с вами был Макс. Всем удачи и всем пока-пока.